Дед Мороз! Дед Мороз! Дед Мороз! Здравствуйте, дорогие россияне! Рад вас приветствовать на самой прямой линии со мной. Вы прислали и продолжаете присылать тысячи вопросов, на которые я не буду отвечать. До свидания. Что, испугались? Шутка! Давайте начнем. Я отобрал самые интересные вопросы из соцсетей и, к сожалению, буду на них отвечать. Максимально честно, а не так, как сделал это по телевизору. Поехали. Кому на Руси жить хорошо? Чтобы не тратить время зрителей, ознакомьтесь, пожалуйста, с поименным составом членов правительства, депутатов Госдумы и губернаторского корпуса. Владимир Владимирович, от кого вы прячетесь за армией ФСОшников, ведь вы пользуетесь поддержкой более 76% своих сограждан? Тоже хороший вопрос. Спасибо, что напомнили, как много россиян меня полностью, безоговорочно и во всем поддерживают. Теперь к вопросу. Во-первых, если бы вы пользовались этой поддержкой так же, как я, вы бы от собственной тени прятались. Во-вторых, вы задумывались, кто эти оставшиеся 24%? Это же оголтелые либералы, наймиты Госдепа и прихлебатели Запада. Это же дикие люди. Мы тут подумываем создать охрану для моей охраны. Почему мы пугаем Европу, что без русского газа они дровами топить будут, а сами в России только дровами и топим? Денис, ну как же почему? Помните, как в анекдоте, что для русского хорошо, то для немца смерть. А немцы нам нужны живые, а то кого же нам предстоит догнать и перегнать? Вопрос президенту. Угощал ли вас премьер-министр Медведев вином со своих итальянских виноградников? Если угощал, то понравилось. Если не угощал, то почему, как вы думаете? Дмитрий Анатольевич угощал меня только компотом. Вы обещали, что как только народ перестанет вам доверять, вы сразу ни дня сидеть на троне не будете. Вопрос, когда? Когда? Когда народ перестанет мне доверять. Я же не виноват, что они все доверяют и доверяют. Я им и пенсионный возраст, и НДС, и рубль в два раза уронил, а народ все доверяет. Так что это не ко мне вопрос, а к народу. Когда дойдем до точки, до ручки уже дошли. Ну, наконец-то хороший вопрос. Спасибо, Андрей. До точки мы не только уже дошли, но и модернизировали этот советский ракетный комплекс. Сейчас на вооружении у нас стоит точка У и точка Р, так что можете спать спокойно. Когда введут налог на воздух? В смысле, когда введут? А еще не ввели, что ли? Спасибо за сигнал, это наша недоработка. Мы всегда стараемся прислушиваться к просьбам граждан. Сегодня же поручу профильным ведомствам проработать этот вопрос. Когда россиянам выплатят все дивиденды с полезных ископаемых? Дорогая Надежда, похоже, вы не в курсе, но россиянам уже давно выплачиваются дивиденды от добычи полезных ископаемых. Я специально позвонил своим близким россиянам, и они это подтвердили. Почему сибирский лес так нещадно вырубается? Потому что за него нещадно платят. Ответь, падла, за пенсионный возраст. Уважаемый Дмитрий, ну что за жаргон? Лихие 90-е давно закончились, вопросы не решаются по понятиям бандитами. Вопросы решаются цивилизованными методами. Наркотики там подбросить или в организации воображаемого митинга обвинить. Давайте вести диалог в рамках правового поля. Смысл задавать вопрос, зная, что на него не будет ответа. Хотя можно спросить, господин сказочный президент, когда все-таки будут выполнены ваши райские указы? Году так в 2050-м ждать? Ну почему же не будет ответа? Вопрос хороший, на него обязательно нужно ответить. Указы – это цель. Мы ее поставили, видим и двигаемся к ней. Вот есть у меня галера. Я на ней гребу к этой цели. Но я же не виноват, что течение в обратную сторону. Да и гребец из меня так себе. Я больше по дзюдо. Нужно будет грести до 2050 года, буду грести. Сам не смогу, друзья подхватят. Так что надейтесь и верьте. Он таким образом издевается над народом, тиша свой маленький и злобный эго. Зря вы так о Дмитрии Анатольевиче. Он, конечно, низенький, но совсем безобидный. Пенсия 8900 рублей. Это нормально? Злободневный, острый вопрос. Отвечу так. Любая пенсия – это не просто нормально, это прекрасно и почетно. Кроме того, тем, кому не нравятся пенсии, хочу напомнить, что у россиян нет обязанности до нее доживать. Владимир Владимирович, почему Шувалов так любит своих собак, а нас нет? На первый взгляд ответ кажется очевидным. Потому что вы не корги.
Но на самом деле проблема намного глубже. Собачек, в отличие от вас, кормить надо мало. Их выгулял, и они счастливы. На митинги не ходят, если вдруг разлаялись, надел намордник и тишина. Пенсию платить им не нужно, опять-таки. В интернете этом вашем не сидят. Так что будьте хорошим мальчиком, и вас тоже будут любить. Уважаемый ВВП, когда правительство перестанет душить малый бизнес? Почему все подорожало в два раза, а оплата труда населения и пенсии не выросли? Когда правительство закончит придумывать непонятные законы, вроде налога на теплицы и прочее, а начнет принимать законы в интересах граждан РФ, а не своих интересах? Очень много вопросов сразу, я тут записал кратенько, давайте по порядку. Итак, вы спрашиваете, как нам удалось добиться таких темпов роста экономики? Ну, просто мы тут команда профессионалов и работаем на благо страны. Дальше вы спросили, как вы можете отблагодарить депутатов и правительство за прекрасную работу и заботу об избирателях? Да ничего особо делать не надо, просто сидите на попе ровно и смотрите федеральные каналы. Спасибо за прекрасные вопросы. С***ывать мне или нет? Владимир Рудольфович, рано пока, поработайте еще. Как вы относитесь к скандальным заявлениям политиков, вроде государства вам ничего не должно? Я вообще не люблю скандалы. Причем, заметьте, сказала эта чиновница очень тихо и спокойно, скандалить другие начали. Ну, не должно и не должно, скандалить-то зачем? Что курят в Госдуре? Вопрос уже не актуален, потому что вот-вот будет смягчено законодательство, касающееся наркотиков. Но главное не в том, что, а главное где. Так вот, в Госдуме курят в строго отведенных для этой цели местах. Где народное достояние? Ну, не надо меня смущать, Надя. Тут я, тут. Ситуация в стране такая, что людям, которые в том возрасте, когда можно повлиять на ситуацию в государстве, им созданы такие условия, что некогда заниматься политикой, нужно выживать и кормить семью. Вы сами на свой вопрос и ответили. Политика – дело грязное, и чтобы вы не запачкались, мы вызвали ее на себя. А вам оставили более приятные семейные хлопоты. Володя, может, хватит? Очень уместный и своевременный вопрос от совершенно случайного зрителя. Давайте быстренько пробежимся по основной теме, которая, судя по всему, волнует очень многих россиян, и будем завершать. Доколе, доколе, доколе. Володя, доколе, доколе. Знаете, я готов ответить вам максимально честно. Я понятия не имею, до какого коле вы меня отправляете. Прошу сотрудников администрации связаться с этим Николаем и выяснить, что ему от меня нужно. На этом, пожалуй, все. Пора заканчивать. А то моя прямая линия вам в телевизор не влезет. Хе-хе, смешно сказал. Увидимся через год. Пока.